Копию истребителя времен Великой Отечественной войны ЛАГ-3 в полную величину построили новосибирские авиареставраторы. Машину восстановили по технологиям 40-х годов прошлого века. Мастера воссоздали не только внешний вид, но и оборудование кабины. Александр Сульдин узнал историю таких самолетов. Лакированный борт, стремительный профиль ЛАГ-3. По фамилии конструкторов Лавочкин, Горбунов, Гудков. Истребитель начала Великой Отечественной. Их строили и в Новосибирске. Заказчик этого не просил, но все поверхности для управления, то есть рули направления, высоты, элероны, которых здесь не видно, сделаны подвижными. Ими можно управлять из кабины. Поражает и детализация приборов управления и технологии 40-х годов. Обшивка крыла деревянная и очень гладкая. Эти самолеты славились качеством отделки. Из оригинального тут еще и двигатель с настоящего ЛАГ-3, погибшего в Великую Отечественную. Дерево, клей, смола – основные материалы. Минимум металла, поэтому оригинальных машин не сохранилось. Детали для этой с нескольких сбитых самолетов. Заводских чертежей тоже не существует. Поскольку машины эти были боевыми, они были секретными, они были... Снятые сооружения и все. А если они сняты с вооружения, то все, что их касается, у нас в России было уничтожено. По ремонтному руководству и старым фотографиям скрупулезно восстановили облик машины. Потом полгода труда в цехах, как в войну, клеили, пропитывали лаком. Один из самых трудоемких процессов при строительстве таких копий – это создание оснастки. Например, вот эта модель, только одной детали части крыла с воздухозаборником, тем отверстием, куда во время полета попадает воздух. Для карбюратора. Она состоит из множества деревянных частей, склеенных между собой, зашпаклевана и отшлифована. Сюда кладется из металла, начинается вот такой вот кропотливый процесс. В итоге за один рабочий день получается деталь, как на боевом самолете. Правда, это только в настоящем мастера. Сейчас пишут, летчики не любили такие самолеты. Двигатель слабоват, отсюда недостаток маневренности. Однако позже на базе ЛАГа построили лучшие советские истребители времен войны – Ла-5. Сегодня копию самолета отправили в музей в Верхнюю Пышму. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.